Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным и довольно быстрым рецептом запекания крылышек в духовке. Для этого мне понадобится соевый соус с грибами, приправа для курицы, майонез и столовая ложка соли. Можно соли поменьше, так как в этой приправе присутствует морская соль. Примерно берем 200 грамм майонеза. Я возьму чайную ложку соли. Соевый соус по вкусу. Кто любит, можете добавлять побольше, кто-то поменьше. А можно его вообще и не добавлять, если вы его не любите. Вот я примерно добавлю 1/3 бутылки. Добавляем приправ. Приправ тоже добавляйте по вкусу, кто как любит. Я люблю поострее, побольше приправ. Поэтому я добавляю их очень много. Также еще можно добавить смесь перца. Блюдо подходит под что угодно, под картошку, под вермишель, под любые каши. А можно просто сидеть возле телевизора и кушать данные крылышки. Они просто так очень хорошо заходят. Теперь это все перемешиваем руками. Я люблю перемешивать все руками, чтобы было равномерно, все хорошо. Растираем. А потом, если у вас емкость хорошо закрывается крышкой, можно поставить примерно на полчаса в холодильник. Если у вас нету времени ждать, можно сразу выложить на противень и запекать. У меня пока что время есть, поэтому я выжду примерно полчаса. И потом, когда у вас закрыто все крышкой, можно взять, хорошо перетрясти. Оно еще раз промешалось, и после этого выкладывать на противень. Как видите, все равномерно размешал. Примерно вот так вот выглядят крылышки. Ну, теперь я все закрываю и в холодильник на полчаса. Чтобы ничего не пропадало, остатки маринада размазываем по всем крылышкам. И убираем в духовку. Картошка и крылышки практически готовы. Осталось еще 5 минут и будем доставать. Крылышки готовы. Но опять же, друзья, по вкусу, кто любит более хрустящие, корочка была хрустящая, подгоревшая, то можно держать и час 10 в духовке. Ну, мои родные меня попросили, чтобы курочка была более мягенькая, не сильно с корочкой, поэтому я держал ее 45 минут на температуре 180 градусов. Положим в тарелочку и посмотрим, как это все выглядит на тарелке. Вот такое, друзья, получилось блюдо. Рецепт картошечки, рецепт приготовления крылышек и рецепт приготовления
Рульки вы можете увидеть у меня на канале. Все аппетитно, ароматно и очень вкусно смотрится. На этом, друзья, буду заканчивать. Концовочка у меня в двух видео по картошке и по крылышкам одинаковая. На этом буду заканчивать видео. Если вам, друзья, понравилось, ставьте обязательно лайк. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь, если не подписались. Дальше будут еще интересные рецепты. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья!